Вот он. Пиздец. Какого черта? Какой-то он китайский. Да. Ну, я пошел в лес. И все, ну, что мы их убили, да. Вот что это красное. Это красная руда до сих пор не ломается. Зато я вижу адамантит. Отлично. Ну, мы убили всех при хардмодовых боссов. Теперь. Это был еще не хардмод. Да. Первый хардмод это потом уже. Кстати, кто у нас первый босс? Криоген. Это Криоключ нужен. Я не знаю, как его найти. Алхимастер. Мозаику. Да уж. Инфернон. О боже. А потом только глаза. Ну, боль. Нам нужно много убивать. Пчелиная шляпка. Я вижу, что рядом мимик, но я не знаю, где он. Что? Я уже игры вижу. Джипперс Криперс. А, это... Я нашел биом пауков. Это отсылка к фильму старому. И очень, Криперс, кстати, Криперс. Я нашел пещеру, переполненную этой паутиной. А, ну тогда ты туда нашел пауков. Да что-то сомневаюсь. Просто ну, огромная. Ну да. Не огромная, там... но пещера, которая полна пещеры и паутины. Да, это и есть пещера пауков. Хотя. А, ну, с потолка, да, еще свисают всякие эти. Ну, видимо, да, это все-таки. Походу, да, ты копал. Вертикально. Вертикально. Ай-яй-яй. Вертикально прокопанный лаз. Ох. Я нашел кучу адамантита. По идее, мне должно хватить на новый... По идее, мне ее должно хватить на сет брони для тебя. Хорошо. Если что, я немножко своего скину, но у меня немножко. 41 штучка всего. Снова не то. Попадается реже и в меньших количествах. Так. Ну понимаешь, что было бы, если бы я не фармил, да, все это дерьмо. Как бы мы застревали, на самом деле. Да-да-да. Там, в принципе... Нам адамантита не так уж много нужно, но все-таки. Было бы идеально из него еще кирку новую сделать. Потому что она бы нам давала больше всего. Больше ресурсов. В смысле, приумножала бы получаемое? Нет, мы бы получали ресурсы с этого. А, как сказать, сундука, который у нас, автосундук. А. Зарпрут! Я вижу зарпрута. О, нихера себе дамажишь, сука! Это лава, это плохо. Пока. Нет? Я прям слышал, как ты телепортировался. Да.
Чёртовы зарпруты. Ладно, можешь портоваться домой, и у нас достаточно адамантита, чтобы сделать тебе броню. Кажется. Секундочку, я тут, кажется, еще что-то нашел. О, я здесь, да. Я могу сделать себе броню из адамантита, кстати, тоже. Хорошо. Просто сойдет. Какие-то странные уроны. Ага. Твоя броня ждет тебя. Ну все, я сейчас портуюсь. Так, сейчас на. Инвентарь освобожу. Ага. Ну, наконец-то у нас более хорошая броня. Адавантит? Опа, ну-ка. Скинешь? Сейчас. Блин, а я лучше выгляжу. Хера себе. Да. Я так понимаю, тебе вот это вот выпало, да? Угу. Мешочек открыл. Ай. Вот это вот поставлю здесь. Кстати, надо будет картину туда повесить. Да. О, как ты сломал как? А, неправильно поставил. И не заметил. Да уж. Так, у нас же есть красная краска. Да, где-то там должна быть. Нет. А, ну она с кошенели делается. А, не-не-не, я не туда не нажал. Так, ну-ка. Есть. Во. Найс. Теперь у меня красная коса. Переливается. Красота вообще. Так, подозрительный глаз. Шляпку надо? Пчелиную? Не. Мне сойдет так пока. Так, summoner focus. А, точно. Грей? Мне нужна твоя душа. Куда ты ее положил? Ну, фокус. Нет, спарк, да, спарк. Милишный твой. Warrior Spark? Да. Куда пошел? Мне он нужен. Стой. Так. Угу. Warrior Spark это... легко, нам нужны только рубины. Так, рубинов у нас дофига как раз. Найс, найс, найс. Только где это делается? Алтарь? А, да, алтарь энчантментов. Он где-то был наверху. Это же он? Нет? Нет. Вот он. Гравий, поздравляю, у тебя есть фокус. Оно, кстати, посильнее будет. Нам так. И потом мы можем сделать душу потом. Но для этого нам нужно убить стену плоти еще пару раз. Так что пойдем убьем стену плоти. Кажется, нашел. Так. Секундочку. Так. Я найду здесь. Ага. Буду. Найс. Нам надо будет эту стену плоти пару раз, я думаю. Так, что дриада, кстати, продает? Ну, ничего интересного пока что. Голан?
О, он продает уже Кремтан, Хеллстоун и так далее. Замечательно. Жаль, не хотел обдевать это. Да. Эй! У Голлана ты можешь купить себе дубину. Если хочешь. Что-то она не очень. Да. Меч получше, который ты мне давал. Угу. Так, что у нас? Не, Пинки ничего не продаст. Джек! Оу, нет, нет, это я не буду. Ганс. Цикл шоп. Оу. Хард мод. Ясно, ясно. Еще что? Хард мод? Нет ничего. Странно. Космолот. Ну, это точно ничего нет. Ладно, у Ганса ничего нет. Этот парень ничего не дает. Окей, пошли вниз. Да. Нам нужно очень много там антита, если что. Не помню. Потому что мне теперь надо броню сделать. Там, по сути, ты сейчас должен быть достаточно толстым. Хрен тебе кто убьет. Быстро так. Пожалуй. Сейчас как раз будет возможность это проверить. На чем? На стене плоти, которая нас дамажила тогда. Едва как. Тьфу, блин, я не туда. Ладно, так. Ай! Что твои скелеты? Ай. Там снизу. Да. Окей, играй. Пошли направо. Угу. Ай. Дьявольская черепаха. Что с ней выпало? Ничего интересного. Пока. Это Баузер? Не знаю. Бля, обожаю своего жука. Но ты понимаешь, почему? Я думаю. Нет. Ну ты смотри, как быстро я от тебя отдаляюсь. Да, я ничего не вижу сейчас, потому что меня атакуют. Где ты там? Далеко ты там. Да. Я очень быстро передвигаюсь. Можешь считать, что я сейчас езжу на Сонике. Черт. Ну, если бы Соник был жуком. Это колдунья или колдун? Не знаю. Ну, Двайер. А, это наш этот парень. Ай, и не умирай. Сука, как вы меня задолбали. Ну, у тебя ж сейчас... Бывает разве для челок побольше? Есть, но... Зачем тебе? Пока что. Ну, просто. У тебя сколько, кстати, лечит? На экстренные случаи. У меня хилинг пушен, она, по-моему, 100 лечит. А, ну, пока нормально. Нам пока больше не нужно. Чё-то не очень. Mm. Ну, я зову стену плоти. А, зараза. Подожди, я хотя бы регенерацию съем. Да ты до нее еще не дойдешь. Алло, Сина, ты где? Что ты настолько далеко убежал, что ли? Ну я... Ты уже приближаешься. Ага, уже слышу что-то. Что это? Споры. Ай, ай. Ай, маны нет. Ну какого черта? Где эта стена? Вон она идет справа. А.
О боже. Да, в прошлый раз мы ее в этом месте уже убили. Угу. Но проблема в том, что тогда-то мы вместе ее убили, да. Так, что мне выпало? Трофей, пипер. Никакой души? Да вы издеваетесь. Подожди. Shadow Lock Box. Это не то. Serpent Spine. Demonic Volnash. Да. Че, еще одну призывать будем? О. Так, этот трофей нафиг не нужен, ясно. Выкину его. Это зло. Я когда случайно применил, и у нас сейчас такой ад творится, потому что случайно применен трофей был. Ох. Увеличивающее количество врагов? Да. Ну, всего лишь полтора рата. А, у нас... подождем, пока придет новый гид. Кстати, я нашел доматит. А, нет, это Рейхалк. Ну, блядь. Не, Рейхалк, конечно, хорошо, но это не то. Демонская кровь. Меч колосса. Он бесполезен. Ау. Я нашел храм. Что за храм? Не уничтожай его. Я его не могу уничтожить все равно. Мало ли. Там нам босса убивать придется еще. Много. Ну, вот эта вот штука наверху, это храм. Угу, я понял. Так, что это за синяя руда? Даже не прокопаю. Флоранская. Интересно, что она дает. Ты копай влево, я буду копать вправо. Угу. У меня же вход может быть и слева, и справа, где угодно. Не, вход сверху. А, вообще сверху. Ну, да. Тоже норм. Разделимся, а домакет может найдем. Угу. Хотя тут хлорофит, я сомневаюсь, что мы найдем домакет здесь. Хотя я нашел, как... да уж, везет. Ну это вы в джунглях, да. Понятно. Это я нашел Рейхалк, кстати. Блин. Да, ты говорил. Нет, я сейчас нашел Рейхалк. А. Везет там на красную руду, блин. России, или как там, советская Россия, не ты находишь руду, а руда находит тебя. Да. Ну, я нашел верхушку храма, кажется. Нет, я к ней подбираюсь. Это домофиль, может покажу. Быть. Да, это уже домотит. Ей. Я нашел вход. Мне тут долго копать, походу. Да. Что-то уже очень высоко идет. А вот. Конец. Бля, ловушки. Mm.
И ключа у нас нет. Поздравляю. Зачем мы сюда зашли? Чей ключ нужен? С кого он падает? А, нам его крафтить надо будет. Как думаешь, у нас уже появился новый гид? Я не заметил. Давай телепортнусь. Мне все равно инвентарь надо освободить. По-моему, там ночь. Нет. Но вечер. Там ночь, да? Нет, но вечер. А, блин. Тогда почему он у нас не появился, этот... чертов гид? О, джунглевый алтарь. Feral Claws. Жалко, что они нам уже не нужны. О, адамантит. Вот он, хлорофит. Зеленый. А что это за фигня тогда зеленая? А нет, каламитическое что-то. Ладно. О. Ага, адамантит. Я нашел довольно много адамантита уже. Но, по-моему, этого все еще не хватит. Блин. Еще Рихалк. Ну, на всякий случай я могу сделать броню из Рихалка пока. Хотя сомневаюсь, что она мне пригодится. Потому что адамантит мы со временем найдем. Ой! Я случайно. Блин, где ты там? Я, наверное, не успею. Ты ее и без меня убьешь. Да. Она довольно слабая. Ну, ты можешь спрыгнуть и забрать лут. Я уже близко. Я уже вижу королеву. Какой черт, я ее видел здесь у себя. Хотя на самом деле она вон где была, должна была быть. Лаги. Заберешь лут хотя бы. Потому что у меня лута уже нет. Места уже нет. Собрал. Найс. У нас есть пчелиная броня теперь. Зачем только? Ох ты ж ё! Это мой... Это траппер, ясно. Оу, черепахи. Лёша забыл это сделать нормальный зум. 130%. И до сих пор играю с нормальным. С полным зумом. Сотни. Может, нормально будет видно.
Ну как получится, да. Так, портуюсь обратно. Посмотрим, что я могу сделать. Рехалка у меня до хрена. Вот адамантита мало. Мне адамантита хватит на кирку вторую, кстати. Замечательно. Использую ее там, в сундуке. Рыхалка до хрена, да. Эролит. Тоже бесполезный для меня сейчас. Что за флоранский ингот? Теперь мне ингот полно, на самом деле. А, 55% кирки. Срань. Инфернал рок у нас еще есть? Ой, где эта кнопка? Инфернал у нас до хрена. Что из него можно сделать? Довольно слабую броню. Да уж. Спирит мод. Ну, я попробую сделать себе броню из рехалка тогда. А у нас их должно быть долб. Достаточно много. Гравитационное зелье. Да, орехалка мне хватает. Как раз. Но буду на один тир ниже. Все равно более-менее хорошо. Да. Золотой кирпич. О! У тебя сколько брони? 59. У меня 30. У меня 49. Да уж. Не так хорошо, как раньше, но. Не так хорошо, как могло бы быть, но все-таки. Оу. Замечательно, теперь я могу это использовать активно. Болт уже бесполезен. Да. Ладно. Еее, у меня теперь 4 импа! У меня теперь своя личная маленькая армия. Которые ничего не делают. Ну да. Кстати, посмотрю-ка, что я смогу сделать из орехалка на эту тему. Хоу. Орехалком став. 40 урона. А это что? Это магический урон уже. Знаешь, что мне напоминает орехалк? Ну, орехалковая шо? Броня и меч. Меч из Steven Universe. Так похож ты? Да. Кстати, я его тебе сделаю. Это довольно легко. Ага. Где этот став, который мне нужен? Ага, вот он. Блин, что-то мне вообще броня... Ой, броня. О, руда сейчас не попадается. Это что-то другое. Окей. Так.
Если я это зачарую, где у нас? Ага, вот он. Ё-моё, сколько мне золота придётся потратить? Давай, Legendary или Godly? Чувак, у меня не так много денег. Блин, чувак. Он мне уже одну платину взял. Я понимаю, что мы теперь хардмоди, мне легче теперь будет фармить деньги, но все-таки. Парень, дай мне уже легендарный Лиголи. Ах. Годли. Найс. Не легендарный, но ладно. Тоже совет. Это ставка как... Мификал. Мификал. Мистик нет. Мификал. Спасибо. 46 урона. Как в Тайлэш. Только маны меньше требует. Да. В Тайлэш, увы, уходит в отставку. Окей. О, чё как? Гравий, привет. Гравий. Копаем. На. Меч. Угу. Ой. Себе его ещё взять мог. Угу. Вот сюда скинь что-нибудь. Фига себе, да уже взял. Правда, он ничем не стреляет и все такое. А я могу еще делать такое вот. Нифига себе, ты их убивал. Ёптать, блядь! Это какая-то лавкрафтская херня. Видел? Повтори. О боже! Я моргнул. Это ёбаные титаки, смотри вниз. О боже. Смотри, там справа видишь этих мобов, да? Ну. И вот сейчас. Лавкрафтская фигня какая-то. Серьезно. Круто. Да. Сам надо не ожидал. Оно ж на ману? Да. Нам все еще не хватает адамантита. Неудивительно, мне он вообще не попадается. Угу. Так, чуть-чуть попадался и все. Тебе, по-моему, даже больше попадался после того, как мы с сада стали подниматься. Угу.